Всем привет! Это видео-подкаст «Moscow Never Sleeps». Рубрика «По местам съемок». В сегодняшнем выпуске мы покажем и расскажем, где был снят знаменитый фильм советского режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». И, конечно же, все покажем. Что, погнали? Одна из первых сцен фильма разворачивается именно здесь, на Чистых прудах. После знакомства в метро Коля показывает Володе дорогу к Строительному переулку. Именно здесь Володя рассказывает. А раньше они назывались грязными. А при Петре Первом их вычислили и переименовали. С тех пор уже многое изменилось. Как минимум исчезли автоматы с газированной водой. Ну а мы пошагали дальше. В фильме есть сцена, снятая рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва». Именно здесь Коля и Володя ругаются из-за девушки Алены, с которой они не так давно познакомились в магазине грампластинок. На момент съемок панорама только была открыта. Сейчас же она продолжает работу после длительной реконструкции. А мы с вами отправляемся в метро. Финальная сцена фильма снята на станции метро «Университет». После того, как Коля и Алена проводили Володю, девушка уезжает в противоположную сторону на следующем поезде, а Коля, поднимаясь по эскалатору, поет ту самую песню. Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Ты чё кричишь? Я пою. Гражданин! Что? Иди сюда. Зачем? Иди-ка. Что? С поищем. Да ну. А я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиал отыщу и вспомню о Москве.